Сегодня же Рашид Тимрезов в рамках рабочей поездки в Карачаевск и Карачаевский район проверил, как идут работы по реконструкции стадиона «Саулук». Готовность объекта 95,5%. Реконструированы все трибуны, лестничные сходы и само футбольное поле площадью почти 4000 квадратных метров с беговыми дорожками. Новое прорезиненное покрытие практически выполнено. Завершаются отделка, работы по благоустройству территории, вентиляция и отоплению. На территории стадиона установлено освещение. Сейчас активными темпами идет монтаж оборудования. К концу этого года все работы будут завершены. Глава республики дал поручение продумать формат работы стадиона и организовать различные секции для спортсменов разных возрастов. Стадион должен стать местом спортивного развития людей, точкой притяжения всех, кому интересен спорт, как профессиональный, так и любительский. Для многих горожан это место еще и символ побед. Неотъемлемая часть богатой истории Карачаевска. Уверен, уже совсем скоро у стадиона начнется новая глава истории, которая будет полна славными достижениями, звонкими именами и яркими спортивными событиями, отметил Рашид Тимрезов.